Всем привет! В этом видео поговорим о том, что саудиты избавятся от европейских ценных бумаг в случае конфискации активов России. Портал Bloomberg сообщил о том, что власти Саудовской Аравии сорвали принятие Евросоюзом решения о конфискации российских активов для их последующей передачи просроченному президенту Украины. По данным американских журналистов, руководство Саудовской Аравии пригрозило странам «Большой семерки» распродажи европейских долговых бумаг и, в частности, евробондов, выпущенных французским казначейством, в качестве ответных шагов на конфискацию Еврокомиссии 300 миллиардов евро замороженных российских активов. Bloomberg напомнил, что в конце апреля этого года Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла решение о конфискации российских активов, замороженных американскими банками на территории США. Президент США Байден со ссылкой на указанное решение призывал в июне на саммите G7 Урсулу фон дер Ляйен и глав Германии, Франции и Италии принять аналогичное решение по конфискации российских активов, замороженных в странах ЕС. Однако европейские сателлиты на указанный шаг не пошли, опасаясь ответных шагов России. По разным оценкам, на территории России Центробанком России заморожено на специальных счетах ТПС от 100 до 500 миллиардов долларов средств, принадлежащих европейским компаниям. Любопытно, что президент Байден, несмотря на принятие закона о конфискации российских активов, пока на этот шаг не пошел, заявив, что он намеревается действовать в этом вопросе, сообща с европейскими союзниками. Очевидно, что США и ЕС опасаются крайне негативной реакции рынка на воровство российских активов. Вашингтон и Брюссель тревожат, что Саудовская Аравия и другие держатели американских и европейских долговых бумаг займутся их распродажей, потеряв доверие к западным финансовым институтам.